Подведены итоги состязаний по одному из самых непредсказуемых и зрелищных видов спорта – триатлону. Чемпионаты первенства Чувашии прошли в физкультурно-оздоровительном центре «Белые камни». Белые камни встретили спортсменов пасмурной погодой, но на соревнованиях кипели такие страсти, что никто этого даже не заметил. Состязания открыли самые юные участники 2008 года рождения и младше. Проплыв 100-метровую дистанцию, они преодолели 4 километра на велосипеде и пробежали 1000 метров. Среди мальчиков лучшие результаты показали воспитанники Новочебоксарской спортивной школы номер 3. Среди девочек – представительница Батыревского района. Сергей Сусметов тренирует детей всех возрастов и точно знает, как нужно закалять тело и дух. Сила воли, дисциплина, выносливость, ну и стремление к победе. В триатлоне каждый вид по-своему важен. Плавание важно, выплыть первым, в велосипеде приехать в общей группе. Ну а бег, наверное, надо быть в сильном беге, чтобы прибежать первым. То есть ведущего какого-то вида нет из этих трех? Наверное, нет, все должны быть по-своему хороши. У тех, кто постарше и дистанция побольше. Победителей и призеров соревнований определяли по общей сумме баллов за все три вида состязаний. В циклическом многоборье решающим может стать даже доля секунды. Среди ребят 16-17 лет медали первенства по триатлону получили Николай Мазяков из Батырева. И всего секунда отделила от него новочебоксарца Егора Селиванова, который завоевал серебро. Уровень адреналина зашкаливал и у участников, и у болельщиков. В юниорском первенстве также рейтинг победителей возглавили воспитанники Новочебоксарской спортивной школы номер 3. Сильнейшие триатлонисты Чувашии уже собираются выступить в Тюмени. Там в конце июля пройдет первенство России. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.